Смотрите в среду в программе «Процесс». Уже несколько лет непризнанный киевский патриархат ведет борьбу за собственность. Однако глава киевского патриархата направил в Москву письмо, где пишет о своем желании прекратить распри. Можно ли верить словам, если дела показывают обратное? Он и раньше писал такого рода письма. Собственно, ничего нового в том, что он изложил, нет. Он хочет исправить ошибки, которые вынужденно совершил. «Процесс» в среду в 21:35.